Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья-подписчики. У нас очередная одна посылочка с сайта, уже не Алиэкспресс, а сайта Джум. Пробовал заказать себе для пробы первую посылочку с этого сайта. Пришла на Укрпочту. Стоимость данной посылочки на 40, ну там до 40 гривен. Там цены идут все в гривнях. Вот. Посылка у нас пришла с самого Китая. Сейчас вместе с вами откроем. Посмотрим. Ссылочка на данный товар будет в описании. Думаю, что товар здесь будет полезный. Заказал я его на пробу. Посмотрим, какого он качества. Нужна помощь у нас помощника. Сам я не могу. Открываем. Здесь у нас вот такие вот станочки до мастерли. Тут их у нас 4 штуки. Сами кто там покупает, их сами знают, что цена очень дорогая. Сейчас мы их откроем, посмотрим, как там подходят ли все. Наш МАК-3. Так, там товар вот такой вот приходит, запакованный. То есть уже можно. Так, вот такой у нас тут станочек под МАК-3 Turbo. Сейчас проверим, как он у нас становится. И все фиксируется. Да, все у нас зафиксировалось, все стало отличненько, не спадает. Так что я думаю, у нас здесь трилезия, головка плавающая, видите, все самое. Ну как, все как в магазине. Вот. Так что, я думаю, за 40 гривен вообще шара, можно сказать. 4 станочка, 4 кассеты. Вот так вот отщелкивается, все держится. Сейчас следующий проверим. Да, все защелкивается, все отлично, все держится. Так что товар данный могу рекомендовать. Как будет пользование, покажет время. Думаю, что будет брить нормально. Вот. Так что можем заходить. Заказывать, повторяюсь, посылочка на сайте Джум. Так что, ссылочка будет в описании. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока.